качестве дамы-кавалеров на губернаторском балу лучшие выпускники Кубани. Те, кто за школьные годы отличились в учебе, творчестве или спорте. Всего 3000 ребят. Многие из них готовились к балу, начиная с марта. Встреча предполагала определенный дресс-код. Юноши в строгих костюмах, девушки в нежном образе Наташи Ростовой. Выпускники разучили 9 танцев, среди которых вальс, полька, квикстеп и джайв. А еще были звездная дорожка, клятва выпускников и звезда в честь 70-летия Великой Победы. Впрочем, исполнять заученные движения выпускникам пришлось не всю ночь. Завершился бал дискотекой. Поздравил ребят с праздником и почетный выпускник Кубани, руководитель региона Вениамин Кондратьев. Впервые глава края остался до конца губернаторского бала. А ярким финальным аккордом школьной жизни стал запуск в небо шаров и большой салют.